Эта мелодия уже более века известна не только в Самаре, но и во всем мире. Вальс на сопках Маньчжурии, написанный капельмейстером прославленного макшанского полка Ильей Шатровым, не перестает звучать и сегодня. Он есть в репертуаре практически всех духовых оркестров мира. Когда звучит вальс на сопках Маньчжурии, за артистов оркестра я могу сказать то, что у нас возникает такое волнение и трепет перед этим произведением, потому что здесь, в Струковском саду, оно было впервые исполнено, и это как визитная карточка нашего города. История создания произведения тесно связана с Самарой. Именно здесь Илья Шатров написал его и впервые представил публике. Премьера состоялась 24 апреля 1908 года на площадке Струковского сада. В честь этого памятного события накануне Самарский концертный духовой оркестр провел творческую акцию, посвященную знаменитому вальсу. Сегодня прозвучат вальсы, написанные примерно в ту же эпоху, в 1900-х годах, в начале 20 века. Кроме вальса на сопках Маньчжурии, это вальс «Амурские волны», и вальс Джойса «Воспоминания», и вальс Дрейзена «Березка». Концерт прошел у скульптурной композиции, посвященной первому исполнению вальса. Напомним, в 2013 году Самарский концертный духовой оркестр вышел с инициативой о проведении целого фестиваля в память о легендарном вальсе. Он так и называется «На сопках Маньчжурии» и проводится уже на протяжении 10 лет. Этим летом Самарские духовые оркестры вновь примут в нем участие. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.